Заключительным номером нашей концертной программы станет номер Овчинниковой Дарьи «Огни памяти». Алло. Если вы включите на своих телефонах фонарики, то будет очень красиво. Напоминаю, что сегодня для вас выступает студия циркового искусства «Воздушный проект. Город Тула». Итак, встречаем Овчинникова Дарья «Огни памяти». Ну что ж, дорогие друзья, ваши аплодисменты. Это была студия циркового искусства «Воздушный проект. Город Тула. Наши земляки». Аплодисменты, по-моему, что должнее всем...
всей технической части, не знаю, как правильно это называется. Отдельные аплодисменты, конечно же, педагогам-тренерам, которые с детьми отработали столь сложные трюки, и вы заметили, что все выполнялось без страховки, друзья. Это достойно отдельных аплодисментов. Итак, дорогие наши зрители, сейчас будет очень важный организационный момент. Наша площадка продолжает свою работу, и через несколько минут, ну 10-15, кстати, прямо сейчас будем проводить розыгрыш пригласительных билетов в театр «Эрмитаж» и театрально-концертный центр. Об этом расскажем, естественно, чуть подробнее. Друзья,